Эти бензовозы остановили на досмотр в пункте пропуска в Карасуке. Выяснилось, что двигались они с территории Республики Казахстан, а везли 120 тонн бензина. Однако бензином эту жидкость назвать можно с натяжкой. Он даже не соответствовал требованиям техрегламента по экологическому классу. В России такое топливо использовать запрещено. Кроме того, сотрудникам таможни были предоставлены подложные документы, в которых говорилось о том, что топливо перевозится от несуществующего поставщика с территории Республики Казахстан в адрес несуществующего получателя на территории России. Документы, подтверждающие качество бензина, у перевозчиков отсутствовали. Лабораторные исследования показали, что перевозимая жидкость является бензином марки А80 и имеет существенные отклонения от стандарта по октановому числу. Тем не менее, рыночная стоимость такого топлива составляет более 3 миллионов рублей. По факту незаконного перемещения через государственную границу России с государством-членом таможенного союза стратегически важных ресурсов в крупном размере новосибирской таможне возбуждено уголовное дело. Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы до 7 лет и крупный денежный штраф.